Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Сегодня предлагаю вам посмотреть рецепт кабачковых лодочек с овощами. Список необходимых ингредиентов указан в начале данного видео. Все овощи заранее необходимо хорошо вымыть и высушить бумажным полотенцем. Затем у кабачка отрезаем хвостики и разрезаем его вдоль на две равные части. Вынимаем мякоть. Лучше всего это делать ложкой. Мякоть мы не выбрасываем, она пойдет у нас в начинку для кабачка. Кабачки лучше брать средних размеров, так как мелкие потом тяжело будет фаршировать. Проделываем все то же самое с другими кабачками. Обратите внимание, что гречку я использую уже отварную. Если у вас есть время, проделайте то же самое. Если вы временем не располагаете, то можно использовать гречку в сыром виде. Тогда вам понадобится примерно 50 грамм крупы. Перед использованием ее необходимо будет промыть. Лук мелко измельчаем. Вместо репчатого лука вы можете использовать красный лук. Следом мелко измельчаем мякоть кабачка. Я использовала только половину, другую часть я заморозила. Выкладываем нарезанные овощи в глубокую чашу. Цветную капусту необходимо разобрать на соцветия. Нам понадобится всего 3-4 штуки. Также мелко их измельчаем и отправляем к нарезанным овощам в чашу. Цветную капусту можно использовать замороженную, предварительно разморозив ее при комнатной температуре. Чеснок необходимо мелко порубить. Вместо свежего чеснока можно использовать сушеный. Нарубленный чеснок отправляем к овощам. Затем помидор нарезаем мелким кубиком. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайки. Нарезанный помидор отправляем в чашу к овощам. Добавляем отварную гречку, соль, специи по вкусу. Я использовала копченую паприку. Все хорошо перемешиваем. По желанию можно добавить майонез. У меня был домашний постный. Вы можете брать любой. Также можно заменить его на сметану, либо не добавлять совсем. Далее начинаем фаршировать наши лодочки. Если вы также будете использовать отварную гречку, то начинку можно плотно утрамбовывать. По желанию к овощам можно добавить сырое яйцо, либо натертый сыр. Также натертым сыром можно посыпать лодочки сверху. Форму для запекания смазываем маслом. У меня было оливковое, вы можете брать любое по вашему вкусу. Выкладываем лодочки вплотную, чтобы они не падали. Накрываем кабачки фольгой и отправляем выпекаться при 170-180 градусах в течение 30-40 минут, ориентируясь на свою духовку. Такое блюдо украсит любой праздничный стол. Подавать можно как в горячем, так и в холодном виде, украсив свежей зеленью. Приятного аппетита!